Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео по зарубежному новому буксу Обом. Он недавно стартовал, ну, дней 10, там, может, чуть больше назад. Значит, я хочу поставить на вывод в режиме онлайн денежку $10. Мы здесь зарабатываем в долларах, а вывод на две платежные системы. Это на биткоин и на эфир, на интериум. Значит, ну вот это наш дашборд, приборная доска. Так, вот где мы зарабатываем, вот здесь трафик инчендж. Давайте сначала виндраф поставлю на вывод. Уже есть на ютубе видео обзоры о том, что проект платит, и естественно мне не терпится тоже проверить этот букс на вывод. Значит, тут вот я нажала вкладочку виндраф, далее вот сюда на красную вкладочку виндраф, и что вот у меня сумма, она не меняется, я в BTC. Так, и я что, USD, это у нас что здесь? Так, у меня $10.02. Сейчас буду все делать в режиме онлайн. Переводим на русский. Так, значит, выберите баланс с аккаунта USD, сумма в долларах. Я буду вводить $10. 10.00. И что? Ага, эквивалент, это у меня будет в биткоин сатошек, BTC стоит. Вот здесь можно BTC, интериум, что вам надо. Я в биткоин сатошек, это будет в биткоин сатошек 170 тысяч. И адрес кошелька. Копирую адрес кошелька, я на Coinbase копирую. Вставляю. Так, вывод средств. Так, ставка 1 BTC. Ну, тут сумма, как бы, да, курс идет. Так, все правильно. Это что у меня на аккаунте? Платежная, что BTC, интериум, сумма. Это сразу отображается, сколько я должна буду получить. И нажимаю изымать. Все, давайте переведем, что у меня здесь. Переводим на русский. Успешно снят. Адрес кошелька. Здесь как бы наша будет статистика. Так, ну, значит, как здесь, кто еще не знает, зарабатывать. Минимальный вывод здесь $10. Нажимаем обмен трафика. Здесь вот слева и вот здесь вот сверху то же самое, как бы это шапка, да. И что здесь вот, так, я переведу обратно на оригинал. Значит, нажимаю старт, и обязательно, чтобы были открыты всплывающие окна. Нас вот перебрасывает, как бы, да, можно как бы переходить, и вот чтобы вкладочка была вот открыта. Значит, так, далее вкладочка у нас идет, что веб-сайт, можно рекламировать свои проекты, как бы, это уже по желанию. Так, далее реферал, ваши партнеры, и будут как бы отображаться, так вот, реферальная ссылочка и ваши партнеры. Реферальная программа, как здесь, на главной страничке, где мы регистрируемся, нажимаем вкладочку «Регистрация», там показано 5 уровней. Здесь же показано, что реферальная программа в глубину до 10 уровней. Так, как бы. Так, далее. Так, реферал, здесь комиссионные идут, как бы, статистика. Значит, это у меня баланс history, все, что просмотрено. И я работаю, как видим, я сейчас одна работаю, у меня рефералы, никто не активен. Так, далее, здесь же можно делать депозиты, это опять же по желанию.
депозиты, как бы статистика. Вот копируем адрес и переводим денежки, как бы так. Виндрав я показала. Инвест. Здесь вот минимальный депозит $50 под 1% на 120 дней. Я ничего сюда не вкладываю. Ну, тут по нарастающей, это все по желанию. Значит, суппорт. Можно писать. Я писала, сейчас поддержка вроде как и не отвечает. Вот, проект новый, потом, может быть, будет отвечать сеттинг. Ну, тут пароль и двухфакторная аутентификация. Значит, возвращаемся на дашборд. Вкладочку я закрою. Значит, как открыть? Я в прошлом видео показывала, как на Яндексе включить всплывающие окна, разрешить. И на Google, вот не знаю. Найду я. Так, дополнительные. Так, настройки. Настройки. Нажимаю сейчас. Если не запутаюсь, то попробую показать. Вот да, перебросила меня. Значит, я опускаюсь ниже. Дополнительно. И здесь что? Ищем. Так, разрешить. Так. Настройки контекста вроде бы. Настройки контекста этого. Так, и что? Ищем мы. Так, сейчас хочу вам показать. Так, обрадоступов. Я искала это все на YouTube. Информацию всю. Звук, фоновая синхронная реклама. А вот всплывающие окна. Вот видите, у меня разрешено. Вы нажимаете, и вот у меня включено. У меня разрешено, да? У вас же будет отключено. Чтобы обязательно вот это было включено, чтобы просматривать рекламку. И у меня работает компьютер и денно, и ночно. Это вот поэтому я как бы быстро так и набрала сумму, да? Вот. И чтобы бывает, он зависает как бы. И хотя бы раз в час нужно нажимать стоп. Страничка как бы перезагрузится, и потом заново старт. Вот. Ну что, друзья, вывод уже есть на YouTube-канале о том, что информация букс этот платит. Значит, я проверю на собственном опыте. Естественно, это хочется. У меня есть партнеры. Вот, и вывод идет, обрабатывается примерно 4-5 дней. Это я так подсчитала, сегодня у нас пятница, так? Значит, сегодня у нас пятница. И, значит, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Ну, где-то к концу недели следующей, да, это вот будет, что у нас, 9-10 мая, по идее, вывод должен прийти. И я уже точно запишу видео о том, что проект платит или же наоборот. Ну, конечно же, хочется, чтобы проект платил. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь, зарабатывайте. Без вложений это суперски. Всем до новых встреч.